привет, ребята, с вами я, Шокер 2К, и сегодня я вам буду показывать очень странные баги, которые могут быть полезными или не полезными. Сразу говорю, идея взята с канала Enderlab, ссылка будет в описании. Ладно, начинаем. Первый баг заключается в том, если просто зайти на карту и быстренько нажать третье лицо и покрутить, то будет арабская ночь. Хорошо. У нас с первого раза получилось, офигеть. Смотрите, как перемещается наша камера. Вот, и мы вот так можем делать дикий флекс. Хорошо. А давай, вот что происходит, когда мы походим. Во-первых, куда мы попали? Во-вторых, как мне отсюда выбраться? Короче, вот такой вот странный баг, но его лучше проверять на плоской карте. Там... Все, получилось. И вот что происходит, когда мы ходим. Ё-моё, что происходит? А что происходит, когда мы стреляем? Чё? Я сам себя убил. А вот этим я не знал, блин. Как-то чувствительность плохая. Следующий баг заключается в том, что если поставить вот такой вот контейнер и заспавнить туда вот такой вот автобус, хотя его у меня нету. Ладно, покажу вам вот это вот видео, которое было у меня на канале. Потом вы все поймете. Короче, вы поняли, если засунуть вот сюда вот автобус, типа его бросить, этот контейнер тоже, то он дико взлетит. Ну, короче, вы поняли. Следующий баг заключается в том, что, вот смотрите, у меня есть вот такие вот мониторы и вот такие вот две камеры. Ставим на один монитор вот так вот камеру. Ну, или куда-то вообще... Например, вот сюда вот, куда вы хотите, поставьте эту камеру. Так, короче, поставьте эту камеру вот сюда вот. Вот так вот. И вот, смотрите. Когда мы отворачиваемся, то мы видим это. Да, это не сильно хорошо выглядит, но посмотрите, это какой-то файл и... Он как бы сдох. Ну ладно. Вот такой вот странный баг, но это еще не баг. И, наверное, в этом видео еще, когда я наводил монитор, вы заметили вот это. Баг. Баг прикольный, скажу я вам. Идем дальше, конечно же. Так, все, вырубаем камеру. Все, запись окончена. Так. Все, короче, хроматей наложил. Все, я пошел. Ладно, ребята, на этом видео заканчивается. Надеюсь, оно вам понравилось. И вы поставите на него лайк и подпишитесь. Ладно, всем пока.